Бля, как давно это не говорил. Всем привет, пацаны, кого, пацаны? С вами Герд Дос, и мы с вами давненько не виделись. Это значит, что настоящий топ-контент вы стопудово пропустили, но сегодня мы вам его доставим, потому что нахожусь я сейчас в гостях у мистера Митрошина. Это Павлик еще. Ну а находимся мы здесь еще с мистером Никитосиком, да, Никитосик Юнга? Для того, чтобы сделать вот эту 36-ю СМ-43Б16, потому что зима не за горами, и нам надо ее быстренько сделать. Как видите, она не в самом лучшем состоянии. Но сейчас мы все это поправим. Отвечаю. Будет топ-контент, блядь. Это если вот поставить фары канистры и моргать дальним. И на раз, в левом ряду. Через канистры. Канистра! Фару? В общем, Никитосик тут у нас попал в небольшую передрягу, которую можно описать как... Целую фуру бордюров въебал. Ну да, целую фуру бордюров въебал. И после этого что мы сделали? У него был электровентилятор на моторе М43, мы поставили новый радиатор, ну как новый, бэушный, конечно, новый для этой машины, и перешли на вискомуфту. Не знаю, хорошо это или плохо, а у нас тут еще что-то пережато. Ну, в общем, как-то все вот так. И сейчас мы будем все вот это разбирать для того, чтобы поставить новые фары, новый бампер, усы, телек, и все вот это будем ставить. Да, мистер Кот? Мистер Кот. В общем, сейчас тачка будет новая. Очень быстро и дешево. Сколько, кстати, мы отдали за запчасти? Те, которые я сейчас привез, вообще нисколько, по-моему, все подарили. А за эти запчасти вот это термостат и радик, по-моему, 1800 рублей, что ли? Ну, в общем... Это даже дешевле, чем моя система охлаждения. Ну, в том-то и дело, друзья, что оказывается, что все не очень-то и дорого, и все реально починить. Да, мистер Андрей? Я на ТАСС собрал недавно охлаждение за 4 баса. Ну а здесь 1500. Вы еще копите на Жигули, копите на Бенве. Пошел нахер. Экспресс-реставрация. Бампер-то еще походит, наверное. В общем, разобрали морду. И да, да, вот это видите момент, да, что идет пистолет, и вот так вниз сваливается. Но это хрен с ним. Лонжерон тут надо будет чуть выстучить в ту сторону, это мелочи. Вот это, в принципе, нормальный. Можно будет его туда чуть развести, но мы сейчас прикинем новый телек. Ну, как новый, очередной. Единственный вопрос остается, как ее вот эту историю поднять, но я думаю, сейчас методом... В принципе, поднял. Почти. Ну, в общем, сейчас все сделаем быстро, качественно. Обращайтесь в нашу мастерскую.
Ага, бля. Ну да, кстати, здесь более-менее он... Да, видимо, он реально там должен быть. Ну еще не надо забывать, что это тоже как бы не заводское изделие. Ну а так что? Ой. Походит, походит. Короче, повесили телек. Он немножко не хотел сначала, но он станцевал тут. Или, можно сказать, сыграл. Теперь у нас вот так все, да. Сверху еще более замечательно это все выглядит. Ну, в общем, да, кузовной ремонт это несложно. Да, Никитос? Сто раз так делал. Короче, пацаны, есть классный инструмент, называется обратный молоток. Здесь он выполнен в виде полной КБ. Как видите, это арматурина. Ну, видите, в общем, колесный болт от Жиги, гайка. Ну и вот такая вот история. Вы сверлите, в общем, дырочку, вставляете туда болт, прикручиваете гаечку. Ну, в общем, вы все видели, как это все сделано. Мнимый горизонт это вывели. Можно там немножко еще подровнять. Конечно. Но лучший враг хорошего. Поэтому сейчас мы начнем уже потихонечку вешать крылья. Ну и потом вот здесь подстучим чуть-чуть. Там, ну, короче, вы знаете, как это все работает. Бля, мне уже нравится. В общем, сняли капот, поставили усы, кое-как прикрепили фару, как видите, на стяжке. И, в принципе, воткнули поворотник. С той стороны нам предстоит то же самое сделать, но сначала мы поставим новый капот сюда. Да, Лё? Помаши ручкой, Лё! Никитос! Помаши ручкой, Никитос! Ну, давайте работать дальше. Что там, пацаны? Все в зазорах. Нихуя себе. Ну вообще чётенько получается, ёпта. Ой-е. Частично закончили, собрали всю морду. Вон она, уже даже фары с поворотничками. Единственный момент, это что вот сломал замок капота. Поэтому сейчас Никита закрепит на резиночку и поедем за замком капота. Вы, возможно, спросите, Ярдос, ну а где КБ? Пацаны, вообще, мы как бы эту тачку собирали не в КБ, но... Секундочку. Лёха исполняет жесты. Чтобы вы понимали, это замки капота. Болт из нержавейки, которые будут приходить... Вот эти шплинты. Так как в планете железяки
замки капота больше не продают, а вот этот я сломал. Лёх, расскажи, откуда появилась такая идея, Лёх? Да, на своей 36 я тоже как-то замки не купил, и вот пришлось как бы колхозить. В смысле колхозить? Изобретать! Ой. Ага. Ага. Ну, походит еще. Блядь. Ладно, еще переделаем. Поднимай. Сильвупле, господа. А, что происходит-то, Лёх? Да как обычно, я... Что, красить сегодня будем? Сегодня не АК, правда. А, красить будем, значит. Да-да. А типа тачка зеленая, в цвет пойдем-то хотя? Конечно. Сток. Ну все, я тогда спокоен. Спокоен, я тоже спокоен. А это тонировка модная на фарах, да? Конечно. Вот это по красоте. Вот это вот... Лёха вообще красиво делает вообще. Сейчас финальные финишные штрихи от мистера Лёхи мать, который решил, что надо все в черный закрасить. А, Никитос решил. Да. Ну понятно. Ну и как видите, винтер-битер получается готов, замки капота на месте, морда на месте. Ну вы помните, что сюда приехало и что сейчас будет выезжать. То есть разница феноменальная. Надо сказать, это важный момент, то что вся вот эта морда собрана за бесплатно. Очередной раз респект и тем, кто помог с деталями, потому что это очень круто, очень важно. Теперь Никитосик очень рад и будет дрифтить, как настоящий туз. Да, Никитос? Да, надеюсь, буду более аккуратен. Скажи спасибо, Никитос. Спасибо, чуваки. Ну так, поэтому сейчас Леха докрасит и чё, да и, наверное, все. Потом покажу, что в итоге получилось, и подсниму красиво. And it goes a little something like this. Ну что, пацаны, мы официально закончили. Вот так, сегодня с утра приехала, с утра днем сегодня приехала бешеная разбитая 36-я. Ну а сейчас получилось плюс-минус готовая тачка к зиме. Единственное, что усилителя бампера нет, но я думаю, что это когда-нибудь дорешится и попросим Никитосика в аварии не попадать. Ну а так что, с вами был Гердос, там Никита Грузовик, Леха Мать. Мистер Митрошин и пацаны. Ну, я думаю, что мы с вами еще увидимся. Сезон-то только начинается. Поэтому пока.